На Октябрьской площади приступили к установке сцены для проведения новогоднего представления. В столице в этом году запланировано более 130 новогодних мероприятий, среди которых традиционная акция «Наши дети», новогодние балы, театрализованное шоу. Также с 18 декабря начнут работать рождественские ярмарки. С полным списком мест их проведения и датами других мероприятий можно ознакомиться на сайте Мингорсполкома или агентства «Минск Новости». В новогоднюю ночь минчан ожидает 7-минутный фейерверк. Его запустят в 1:30 с огневой точки в Александровском сквере. В ночь с 31 декабря на 1 января метро будет работать до 3 утра. Наземный общественный транспорт – до 4.